Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. Меня зовут Константин Песцов. Тема сегодняшнего выпуска – китайский костюм периода Цин. Период Цин – это время царствования в Китае иноземной Маньчжурской династии, пришедшей к власти в 1644 году и остававшейся на троне до 1912, вплоть до падения монархии в Китае. Китайский традиционный костюм, хранящийся в русских собраниях, большей частью относится именно к эпохе Цин. Наш современник, разглядывая в музейных витринах предметы китайского костюма, оценивает их как выдающееся произведение прикладного искусства. Но в традиционном Китае отношение к костюму было более серьезным, а учреждение официального костюма считалось там делом государственной важности, и каждая китайская династия уделяла этому вопросу огромное значение. Так и цинский костюм был детально регламентирован законами 1759 года и с тех пор уже не менялся в своих конструктивных особенностях вплоть до гибели династии. Цинские императоры, боясь утратить свою национальную самобытность, раствориться в массе китайцев, положили в основу официального костюма маньчжурский фасон. Но, тем не менее, им не удалось избежать могучего влияния древней китайской цивилизации, и цинский костюм является собой синтез двух традиций – маньчжурской и китайской. Основой китайского костюма эпохи Цин следует считать халат лунпао, то есть украшенный драконами халат с копытообразными манжетами матисю на рукавах. Поскольку покрой этого халата был одинаков для всех мужчин, от императора до мелкого чиновника, да и женский официальный халат от мужского мало отличался, то показателем иерархии служил цвет. Так, за императором и его старшими женами был закреплен ярко-желтый цвет минхуан. Наследник престола и его супруга носили лунпао абрикосового цвета, а прочие сыновья императора и его второстепенные жены использовали цвет темно-желтый – дзиньхуан. Прочие аристократы и чиновники носили халат цвета индиго, а их жены – светло-коричневый. Сегодня мы видим эти халаты во всей красе, но когда их владельцы их носили, были видны лишь полы до края рукавов, потому что поверх халата лунпао одевалась темная верхняя одежда. Так мужчины носили чуть более короткую темную кофту буфу, то есть кофту с нашивками. Нашивки на кофте служили основным показателем ранга. Так, на груди, спине и плечах императорской буфу были помещены, вписанные в круг, пятикоготные драконы, изображенные анфас. У чиновников на буфу уже драконов не было, а на груди и спине вместо них помещались квадратные нашивки с изображением птицы либо зверя. У гражданских чиновников птицы, у военных зверя. Эти животные четко обозначали ранг, занимаемый их хозяином в чиновничьей иерархии. Первому гражданскому рангу соответствовал журавль, второму – золотистый фазан, третьему – павлин и так далее. Всего рангов было 9. А у военных показателем первого ранга служил фантастический единорог Целинь, второго – лев и так далее, вплоть до 9-го ранга, который обозначался фантастической морской лошадью Хайма, которая внешне, впрочем, ничем не отличалась от обычной лошади. Женщины в самых торжественных ситуациях одевали не кофту буфу, а длинную темную безрукавку, украшенную драконами. Костюм обоих полов дополнялся длинным ожерельем чао-джу, прообразом которого послужили буддийские четки, присланные Далай-ламой цинскому императору Шунь-джи. В менее важных ситуациях женщины одевали такую же кофту, как у мужчин, буфу,
либо украшенную знаками различия, соответствующими статусу мужа, либо с вписанными в круг цветочными узорами. В неофициальной обстановке женщины также в соответствии с законом одевали длинный халат пао. Обычно цветной, и тут уже выбор цвета и декора, был более многообразен, а сверху халата одевалась короткая цветная же безрукавка. Так, согласно законам, должны были одеваться император, члены его семьи, маньчжуры и китайцы, занимавшие чиновничьи должности, и их жены. Но среди китаянок подобный костюм не прижился. Дело в том, что в Цинской империи женщины занимали несколько приниженное положение, и именно поэтому их костюм оказался менее подконтрольным императорским эдиктом. Китаянки предпочитали носить вместо халата пао кофту ао, более короткую и широкую. Тут уже выбор декора и расцветок целиком зависел практически от вкуса владелицы и веяний моды. У простых женщин из-под ао сразу был виден низ штанов, а у представительниц высших классов общества из-под ао спускалась плиссированная юбка, тоже богато декорированная, с плоскостями спереди и сзади по центру и жесткими складками по бокам. Говоря о костюме китаянок, нельзя не упомянуть еще одной детали. На этот раз речь пойдет уже не о букве закона, а о диктатуре моды. Дело в том, что в традиционном Китае одним из главных эталонов женской красоты считались маленькие ножки – дзинь-лянь, то есть золотые лотосы, как их поэтично называли сами китайцы. И чтобы нога у женщины оставалась маленькой, ей с детства ноги бинтовали, подгибая пальцы под стопу, кроме большого пальца. Таким образом, ножка оставалась маленькой на всю жизнь, и как память об этой традиции сегодня во многих музеях мира можно увидеть миниатюрные туфельки китаянок, изящно украшенные вышивкой или аппликацией с благопожелательным значением, например, бабочками или цветами. Всего доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. А завтра вы узнаете об истории государства российского.